А снаружи ты смотришь, пока ничего не видишь. Вот, ничего нету, да, и просто вот этот кусок асфальта. Значит, ну, обычно так и бывает, когда попадаешь в прошлую жизнь или в тонкий мир. Это нормально. Сейчас будем всматриваться по сторонам, и образы, символы, мысли будут приходить. Возможно, ты оказалась уже в неком пространстве в прошлой жизни, возможно, в тонком мире. Сейчас мы это узнаем. Потихонечку, медленно образы будут проявляться. Как будто фотография. Помнишь, как, может быть, папа твой где-то, или я не знаю, кто, кого-то родственников видел, как проявляются медленные фотографии, да? То есть сначала какой-то туман, потом какие-то легкие-легкие черты, потом они становятся все более четче, ярче. Поросенок маленький сбоку. Ну, поросенок? Как круто, да, вот оттуда снизу поросенок маленький. Ты же откуда ты вышла? Да, откуда я вышла, оттуда вылез маленький поросенок. Чудно, очень хорошо, замечательно. Только-только, наверное, 3 месяца. Классно. Какие тебе вызывают чувства? Смешно. Мне нравится маленькие. Очень хорошо, классно. Были в детстве поросята. Очень хорошо. То есть воспоминания детства, да? Наверное, да. Не знаю, почему именно поросят. Ну, вышел. А мы не думаем, почему. Если вышел, значит, да. Очень хорошо. Так, замечательно, хорошо. По ощущениям, что сейчас нужно сделать? Не знаю, может быть, поросенок побежит, ты за ним захочешь. А? Мне его взять на руки надо, он погладит, чтобы я его погладила. Погладь, возьми. Скажи ему что-нибудь, чтобы он тебе прикидался. Ну, а сейчас вот он будет вперед идти. Ну, как вот круг, да, вырывается и бежит вперед. Зовет тебя? Да, зовет, да. Отлично. Теперь давай, иди за ним. Открытый остается, да, лицо, если я не закрыла, почему-то пошла. Отлично. Вот хочется, иди, иди. Если хочешь за поросеночком, пусть он тебя ведет туда, куда надо. Это очень важно. Сейчас куда-то идти, ты поймешь, что ты должна быть там, в том месте, куда тебя ведут, твое бессознательное. Поросеночек – это один из элементов, который тебе помогает в этом путешествии. Ну, тут собачка бежит по дороге, обнюхивает. Тебя? Нет, вот вперед по дороге бежит, как будто след как будто ищет. А, он? Да, 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 и обнюхивается, и бежит вперед. Потрясающе, у них действительно, как у собак, недаром они трюфеля ищут. Угу, очень хорошо, очень хорошо. Ты можешь идти наслаждаться, кстати, путешествием, смотреть направо, налево, какие пейзажи тебя окружают, возможно, они появятся скоро. Кстати, по ощущениям, сейчас день, ночь? Сейчас, ну вот, вообще по ощущениям, наверное, знаешь, такой поздний вечер. Угу. Потому что серо, да, вокруг вот серо, и вот как бы с двух сторон как бы стена, ну вот как стены такие размытые, да, то есть я не вижу изображения ни домов, ничего, мне просто как будто вот пространство, да, то есть и вот размытое такое. Отлично, очень хорошо. Только дорога, только ясная дорога, и все, и хорошо. Замечательно. Значит, самое нужное тебе показывать. Очень хорошо. Дорога, ага. А по ощущениям, жарко, холодно, нейтрально, комфортно? Ну, лето точно. Угу. Просто тепло, комфортно мне. Так, очень хорошо. Ты выглядишь как Таня этого воплощения. Ты можешь посмотреть на свои руки, ноги? Может быть, что-то на тебе одето какое-то интересное? Ну, что плащ какой-то. Плащ. Ну, знаешь, как накидка такая на шее, которая завязывается. Не знаю, как она называется. Плащ летний или... Такой плотный. Он плотный такой, да. Как накидка. Ты не знаешь, чем он. Очень хорошо. А цветом? А черный. Угу. Очень хорошо черный. Ага, вот тут стол письменный. Так, потрясающе. Стол. Он вот тебе по дороге появился? Да, по дороге стоит прям стол письменный. Классно. Тебе нужно его осмотреть, сесть, может быть? Там бумажки какие-то. Давай посмотрим, что за бумажки. Просто подойди, постарайся рассмотреть. Бывает, знаешь, как сначала размыто, а потом смотришь и понимаешь, что там что-то написано. Может быть, на другом языке, но понимаешь смысл по-любому. Там, знаешь, как, я не знаю, такая серая бумага,
и как ну, красивые такие почерки, знаешь, как книги писали раньше, такие, не знаю. Старинные, да? Да, 18, наверное, 19 лет, вот такие книги, да. Просто серые листки, да, и там, ну, как-то красивым почерком, чернилами. Очень хорошо. Как ты думаешь, там тебе известен этот язык? Да, я не разберу, на каком написано. То есть я только силуэт, получается, вижу вот эти вот, ну, не знаю, линии, буквы там, да? Точно не вижу. Очень хорошо. А знаешь как, смотри, по ощущению, по энергетике, может быть, сейчас мысль какая-то придет. А в чем смысл-то? О чем там пишут? Ну, знаешь, как бывает, кто-то законы пишет, какой-то закон, да, может быть, это какое-то, я не знаю, там, любовное послание, письмо кому-то. Документация какая-то, первое, что было. Очень хорошо. То есть, какая-то документация, это, ну, что... Ты знаешь, что это архивное, архив. Ага. Стоит перо, да, перо, вот. И баночка с чернилами, да, и вот прям четко так вот, как будто какие-то архивные документы для архива. Угу. Вот так. Отлично, очень хорошо. А этот архив связан как-то с тобой, по ощущениям? Это про тебя или нет? Тут как будто мне куда-то прийти надо. Ну, вот не со мной как бы не связано, да, это как, знаешь, как будто какая-то ниточка, вот как будто, ну, подсказка такая, куда надо. То есть тебе нужно в архив? Да, идет как бы архив и почему-то библиотека. То есть тебе нужно в архив или библиотеку? Отлично, отлично, очень хорошо. Да, действительно так, у меня мурашки пошло. И архив библиотеки, вот архив библиотеки, скорее всего. Знаешь, такая вот, ну как образно такая, знаешь, стена библиотечная из книжек показали. Очень хорошо, замечательно. А пусть тогда появится, или, может быть, поросенок тебя отведет в этот архив библиотеки. Налево свернуть нужно, от этого стола налево. Отлично, иди. За ним, он впереди пишет. Молодец какой, поблагодарю его. Какой хороший. Твой проводник. Угу. Еще раз налево. Угу. Теперь направо. Угу. Ты да, ты иди раз. Ага, прямая дорога, как бы. А вот здесь уже дорога идет как из камня. Ну вот, знаешь, мостовые такие были, мостовые, из камня выложенные. Да, да. Вот полукруглые камни, да, там полукруглые, овальные, вот такая вот. Какая дорога пошла? Отлично. Она как-то вот, ну, это современное или что-то старинное? Нет, ну больше как старинное. Я не знаю, как бы я не путешествовала, да, но. Ну, по ощущениям. Я таких не видела. Старинное. Я таких не видела. Очень хорошо, очень хорошо. Кстати, если глянуть на твои ноги, в чем ты идешь? Ты говорила, вот у тебя плащ какой-то, а на ногах что у тебя? А там что-то вроде, знаешь, как коричневые такие вот, как, ну, не сандали, туфли, не туфли, ну, что-то такое твердое, коричневое. А ноги-то мужские или женские? Ну, женские, а я в платье. В платье, в накидке, платье, вот сейчас платье, знаешь, какое? Вот такое, как льняное платье, да, такое жесткое вот, знаете, такие вот. Льняное вот это коричневое платье, без всяких там, ни вырезов там особо нету, да. Вот. Оно простое, если так вот сравнивать, ну, дорогое или дешевое? Нет, вообще простое. Простое и накидка черная сзади, да, получается, вот это вот. На шее закреплена просто бантиком. Ага, ага. Ну, я понимаю, в кино такие бывают плащи с капюшонами, нет? Без капюшона. А волосы у меня почему-то длинные, знаешь, как собраны в, как он называется, собирают волосы в шишечку, вот. Волосы в шишечку.
Очень красивый. Темные, светлые. Такой, знаешь, цвет, сейчас скажу, но больше, наверное, пшеничный, вот такой. Или кто какой-то он обрядил совсем. А лицо более вытянутое и кожа белая. Ну, то есть другая внешность. Да, у меня внешность другая. Ну, вот по ощущениям, да, то есть я не совсем узнаю. Как бы, знаешь, сейчас вот просто со стороны как бы ты посмотрела. Вот очень хорошо, да. А возраст какой? Лет 18. От 18, наверное, знаешь, до 25, вот почему-то цифра такая уже. Очень хорошо. 18-25. Потрясающе. Высокая. Ага. Достаточно высокая. Полная. Я не полная, стройная. Красивая. Здорово. Красиво. Очень хорошо. А какие ее внутренние ощущения? Что, какие чувства у нее? Что-то, знаешь, бывает, ну, человек чувствует, торопится куда-то или что-то у него. Знаешь, как будто скрывается. Скрывается. Когда вот, да, вот когда чего-то боишься, да, и вот ты по сторонам озираешься, вот я сейчас так же вот, ну, когда остановилась, но чуть-чуть, да, себя рассмотреть, да, вот такую вот картинку показали, как будто я метаюсь. Со стороны в сторону, да, и вот я по сторонам смотрю, и вот как озираю, что ли, по сторонам, и то есть и иду. И шаг такой, ну, шаги они не широкие, да, шаг мелкий, ну, убыстренный. И у меня мурашки пошли. Так, очень хорошо, очень хорошо. Ну, ты помнишь, у тебя есть пульт с собой, всегда ты можешь остановить, да, этот процесс. Как будто просто как кену замрет. Итак, просто пусть она идет, а ты, ну, как бы наблюдай за этим процессом, что происходит. А сейчас у нее кардина в руках появилась. Отлично. И направо еще раз надо повернуть направо. Поворачиваю. А кардина такая плетеная, знаешь, вот сверху как закрыта. Ну, белым, белой салфеткой, такой с пирожками. Вот такая. Большая. Очень хорошо. Там и пахнет пирожками. Да ты еще, практически красный шапочек. Не серый ли волк за нами идет? Так, ну давай, пусть она идет, ты просто наблюдай. Ага, вот сбоку сейчас здание появляется. Здание. Какая-то лавка, как сувис, как, знаешь, как аптека, что ли. Так, а ты попробуй прочитать. Ну, смотрись в эту вывеску более внимательнее. И ты поймешь, кстати, на каком языке там хотя бы написано. Там либо французский почему-то идет, это первое, да, Франция, почему-то идет либо английский, итальянский еще, вот итальянский, но не итальянский, как бы там буква такая, ну, не похожа. Но вот первое, что пришло, это французский почему-то. Так, значит, вывеска, это ближе к аптеке что-то, да? Да, вот там идет вот, ну, справа от меня, получается, если я остановилась сейчас, да, справа от меня идет здание. Здание такое, ну, вытянутое, да, ну, платка такая каменная, серого цвета, да, идет, от него идет как бы такая палка от входа в эту, вот в это здание, идет палка, и табличка висит на цепочке. Две цепочки, и висит табличка такая, и на ней название. Вот. И как бы сюда идет чуть-чуть небольшой подъем, там как порожек такой, да, и вход. Так, тебе нужно туда зайти по ощущениям? Нет. Мне просто как картинки показали, мне сюда не надо. Тебе не надо, так, и продолжай дальше идти. А вот оно большое здание, прям посреди дороги. Это другое? Да, это другое. Там поросенок туда прибежал. Отлично. Крыльцо обнюхивает. Дверь большая, массивная. То есть мне сюда надо зайти. Давай.
А его на руки, он на руки просится. Да, отлично, бери. Он боится или что? Нет, ему просто надо на руки, потому что там плечо, он что не залезет. Небольшая дверь. Такая, знаешь, с таким, такая красивая, с таким, ну вот как дубовая, да, большая, дубовая. Вот кольцо такое же, ну вот. Большие ручка, да, кольцо большое. Дверь одна, как бы створка от двери одна. Очень хорошо, очень хорошо. А корзинку я поставила на крыльце. А кого поставила? Корзинку на крыльце поставила, а с пирожками. Отлично. Так, давай, заходи в это здание, да? Можешь зайти, да? Да. Легко открывается дверь. Чуть-чуть со скрипом. Очень хорошо. Заходи, проходи туда, куда тянет. Куда ты считаешь нужным, или поросеночек тебе подскажет, или внутреннее твое. Сейчас пока темно, то есть я открыла, и у меня как сзади меня свет, да, то есть вот свет сзади, из дверного проема. Так. Заглядываю. Да, оглядись, осмотрись. По ощущениям, ты здесь уже была? А мне кого-то надо, слушай, у меня такое ощущение, что мне какого-то старика здесь надо. Отлично. А это не то ли здание, которое мы искали, архив библиотеки? Ну вот я еще ничего не вижу, мне просто какого-то старика надо найти. Отлично. Давай, сейчас тебя, я думаю, выведут на этого старика. Поднимаешь. Порожек небольшой поднимаешь. Отлично, молодец, отлично описываешь, очень хорошо. Все почему-то направо надо. Идти направо. Иди. Там коридор. Коридор и лестница небольшая, вверх такая, знаешь, как, ну совсем небольшая. И проем вот аркой. Как будто аркой проем такой, да, побеленный, белый, белые звезды побеленные. То есть то, что вокруг. Я за стену, да, то есть она довольно-таки узкая. То есть, я поднимаюсь, держусь за стену с левой стороны. Интересно очень, так. И площадка. Площадка, окно. А окно такое цветное, знаешь, как мозаика. Ага, да-да-да, я понимаю тебя, да. А этот, как... Дерево, да, окно такое. Не знаю, как оно называется. Я тоже, вот у меня вертится, как оно. Витражи, точно. Разноцветное. А, кстати, оно далеко, высоко, ты можешь подойти к нему, открыть и посмотреть? Оно не открывается. Не открывается? То есть на улице бы посмотреть, интересный вид из окна. Там, знаешь, как окно такое, ну вот так арка опять же сделана, да, побелено, и оттуда свет, вот такой цветной такой, да, оттуда вот через эти так приятный. Солнечные такие зайчики. Сейчас еще раз направо, и теперь длинный, ну такой светлый коридор просто, знаешь, такой поднялись по лестнице, да, и такая... ну, как в здании в обычном, да, ты поднимаешься по лестнице, у тебя там коридор, и свои двери, вот в эту дверь мне надо. Я постучалась. Отлично. А поросенок у меня здесь возле двери, он слез в круг. Ага, вот, значит, туда пришли. Он туда не заходит почему-то. Так, ну значит так и надо, наверное, да? Мнется, мнется такой, да, то есть. А там животным нельзя. Уже нельзя животным. Ну он тебя будет ждать снаружи, значит, или он свою миссию выполнил? Нет, он сел. Сел. Знаешь, как сел, как собачка. Какой хороший. Он сел, такой хорошенький. Справа сел, как собачка, возле двери и сидит на меня, смотрит. Мне туда надо. Так, давай, заходи. Хожу. А вот она, библиотека. Ага. Слушай, стеллажи,
невысокие, как полки просто стоят. Полки, раз, два, три, четыре, пять полочек. Ну, то есть стеллаж из пяти полок. И длинная. Так, очень хорошо, очень хорошо. Справа одна полка получается, вот эта, которую мы видели, да? Вот такая вот полка справа, она до самого потолка идет. И лестница к ней стоит. Ну, ага. Просто лестница деревянная, такая к ней пристроена. Ага, да-да-да, лазит на них, да. Да, ставят. Вот получается это справа, прямо как напротив двери, прямо идет окно. Угу. Окно тоже вот такое, как бы, полукруглое. Угу. Стоит, то есть я не могу к окну подойти, там стол. Угу. И здесь кто-то присутствует? Да, вот надо влево туда идти по стеллажам. Очень хорошо, давай. Стеллажи вот там вдоль стенки стоят. Угу. Такие книги красивые. Старинные, да? Большие? Да, они такие, они... Переплетов, наверное, красивые. Да, да, переплеты вот эти, знаешь, такие обвисшалые. А как ты думаешь, это библиотека чего? Что за книги здесь? Что-то художественное почему-то. Художественное? Художественное, да. Вот знаешь, обычно библиотека, да, вот как мы приходим в обычную библиотеку, там много тематик, да, и вот тут и историческое почему-то что-то, и вот художественные какие-то вот книги там. А вот он старик. Полина, вот он. Отлично. Опиши, как он выглядит. Ну, во-первых, поздоровайся, наверное, да? Лучше поздоровайся. Ты его знаешь, он тебя? Он со мной почему-то так, знаешь, как вот, не то, что привет, да, вот такой, как будто вот он меня знает. Он тебя знает, ты его? По ощущениям? А я его нет. Ну, как бы, не знаю, мне почему-то к нему надо, да, а я его вот так вот. И то есть вот ты его первый раз по ощущениям видишь? Нет, по ощущениям, что вижу его не первый раз, но я как бы его не знаю. Ну хорошо, пусть будет так, отлично. Так. То есть это значит, что как будто ты случайного прохожего встречаешь на улице. Угу. То же самое. Угу. Чтобы понятнее, да, ощущения передать. Угу. Он в коричневом плаще. Так, опиши, да. Коричневый плащ, капюшон одетый на голову. Угу. С бородой, усы и борода. А возраст? 75. Угу. 74-75, вот примерно такой. Угу. Кто он? Чуть-чуть с гроба. Он говорит, я хранитель. Здорово. Хранитель. Хранитель вот этой библиотеки. Угу. А, ну, как-то сама спроси, зачем я тут, то есть для чего я пришла, может, он тебе расскажет. Я его за руку взяла. Так, очень хорошо. Я за руку, я его глажу, по руке глажу. Ой, как хорошо. Мурашки пошли. Угу. А он что делает? А он на меня смотрит, и у него, знаешь, у него слезы почему-то в глазах. Да ты что? Глаза голубые. Угу. Он, а с чем связаны эти слезы? Он меня давно не видел. А, то есть он как бы и ждал тебя, да? У меня такая грусть, что сама росла. Ну, поплачьте, ну что, ну обнимитесь, почувствуйте вот это вот. Я ждал. Ждал, да? Как хорошо. Как здорово. А кто он тебе? Пусть он расскажет. Кроме того, как он хранит в библиотеке, кто он для тебя? Почему-то дедушка первое, что в голову пришло. Твой дедушка в этой жизни? Нет. Просто дедушка? Дедушка. Нет, он говорит, твой дедушка, угу. Но не в этой жизни. А, твой дедушка не в этой. Так это в той? Ну, получается, где... Он говорит, я твой дедушка там, где ты сейчас находишься. А, ага. То есть в той жизни. А пусть он тебе расскажет о твоей жизни, кто ты, что ты... Кто он является для тебя? Или пусть, может быть, покажет тебе, как кинофильм какой-то, вот эту жизнь тебе каким-то образом. Кто ты вообще? Что ты за девушка? Франция или это, или что это? Я расплакала. А, хорошо. Ну, поплачьте. Это слезы радости. У меня такое ощущение, что ты знаешь, что у меня столько нет.
такой родной. Значит, он меня просто, да, он меня прижимает, а мне, знаете, так хорошо. Ну и, ну порадуйтесь, порадуйтесь. Это, эти чувства очень хороши и нужны. Скажи, а вот ты сейчас обнимаешься с ним и энергетику чувствуешь его, по ощущениям присутствует? Хорошо. Давай, 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 обнимайтесь, молодцы. Просто слушай меня сейчас. А по ощущениям энергетика вот этого дедушки присутствует в этой жизни у Татьяны? То есть душа? Нет. Нет его, да? Угу. Вы очень любите друг друга. Здорово. Хорошо, хорошо. Ну, насладитесь теми чувствами, которые вам очень сейчас нужны. Такое родное. Угу. А вы, получается, первый раз в этой жизни увиделись? Кстати, как он тебя называет? Он почему-то дочка мне говорит, так, знаешь, что это дочка. Хорошо. Ну, знаешь, вот как просто, как вот дедушки, да, называют там дочка, да? Внучка, дочка. А ты его как называешь? Деда просто. Деда. А имени, вот имени нет, не слышу, не вижу, да. Так, да, хорошо. Что-то вообще такое ощущение. Ты меня за стол приглашают. Отлично, давайте, садитесь. За стол и чай. Давайте. Чай. А чай такой, знаешь, как травяной, что ли. Угу. Попей. Ароматный. Ароматный, вкусный, да? Угу. Что? Чашка такая. Ну, светлый, знаешь, ромашку напоминает. Угу. Ромашка с чем-то. Угу. Меня спрашивают, расскажи, как ты живешь. Расскажи. Вот все, что сейчас у тебя в голову придет, и рассказывай. Я про родителей рассказываю. Так, что про них рассказываешь? Рассказывай нам. Ну, папа, мама, да? Угу. Что мне мама хочется к себе привезти, что я там далеко живу. Угу. Ты про эти, эту... Про вот этих, да, я ему рассказываю, мне как бы, знаешь, спрашивают и так, что где... То есть ты расскажешь про эту жизнь? Да, и я ему рассказываю, где я сейчас нахожусь. Ага. То есть вот так. Вот он меня спрашивает, да, я ему рассказываю, где я в данный момент сейчас нахожусь. Очень хорошо. Мурашки, мурашки по телу. Ага. Кстати, а как ты думаешь, ты можешь его задать ему те вопросы, которые ты ставил перед сеансом? Он тебе ответит на них? Сейчас ты расскажешь о себе, что ты, кто ты, вы... И потом задать вопрос. Можно ему? Говорит, я тебе в этом не помогу. Ага, ага. А в чем он может тебе помочь? Я говорю, чтобы ты испытала это чувство. Вот это любви, наверное, первое, что вот, да? Испытать это чувство любви. Вот то есть он для этого? Он когда, да, он меня когда обнял. И вот то, что у меня вот такое, ну, в груди, да, у меня такое вообще чувство, не знаю, такого родного. То есть это как поддержка, как какой-то некий ресурс на эту жизнь. Да, мне нужно было просто ощутить вот эту любовь, которую вот я, не знаю, может, я не ощущаю здесь, да, вот именно вот такой, в таком формате, и что мне надо было ее почувствовать, ну, как вспомнить надо было вот так. Помните вот эту любовь. Угу. Потрясающе. Я поняла ее глаза. Замечательно. А у меня синие глаза. Ага. Синие глаза. Угу. Иди, ну, что-то, пойдем, он меня зовет. Отлично, давай. Угу.
Пойдем к окну, к окну подходим. Замечательно, давай рассказывай, что там. Окно поднимается вверх, то есть не просто ставни открываются, да, а вот. Угу, поняла. Вверх поднимается. А там площадь. Ой, а там суета, там площадь такая, знаешь, как торговая площадь, что ли. Дорога, да, и палатки. Дорога вот эта каменная. А по ощущениям, что за город, какого века? Ну, вот 18-й. 18-й город, не знаю, Франция точно. Это юг Франции. Это то, что он мне рассказывает. Провинция. Да, какая? Может быть, первая буква пойдет какая-то. Жи как-то, жи идет и все, а дальше нет. Очень хорошо. А это какой-то, ну как, это городок, селение какое-то, ну, деревня. Маленький городок, вот население, знаешь, 1000. Ну такой вообще небольшой провинциальный городок. Ну то есть ты из этого городка или он там живет? Нет, ну я здесь. Ты здесь. Да, потому что. Ну, вот как бы, что, ну, как мое, да, вот это, я смотрю, мне показывают. Ну, то есть это, ты тут все знаешь, это действительно, ты, тебе знакомо это, да? Да, то есть вот эта площадь, да, но меня не удивляет вообще. То есть вот этот вид из окна меня не удивляет. Я не чувствую удивления. Очень хорошо, замечательно. А он тут же живет, да, получается? А он где-то живет, в этом здании живет. Ага, то есть раньше вы не встречались, но он живет тут же. Да, вот здесь живет, в библиотеке живет. Ну как, он говорит, почему мы вот с ним, ну как бы мы с ним вместе здесь, да, что я к нему приносила пирожки какие-то, вот, шла на продажу. Это вот то, что он мне говорит, да? Ага, да-да-да. То есть вот с этими пирожками, он там палатка, он мне показывает палатку рядом с аптекой. Вот с той аптекой, которую мы проходили, там рядом палатка. Такая, знаешь, скрытая просто палатка, там деревянная. Вот. И белая, ну, белый навес, ее видно. И там я с этими пирожками. То есть ты ими торгуешь? Ну да, за прилавком стоишь. Отлично, отлично, очень хорошо. Пусть он тебе еще что-то покажет, расскажет, да, что чем ты еще, с кем живешь. Ты-то, получается, с ним ты не живешь, вот только встретилась, да? Ну, я к нему пришла, то есть не получается, что я к нему там в гости прихожу, что ли, каждый раз. Он говорит, а ты сирота. Да. А с кем живешь тогда, сирота, получается? Вся хозяйка, почему-то, ну это вот первая, да, его вот эти вот, и как ответы, не ответы. Просто, да, вот просто. Ну я вот то, что вот первая там приходит, да, и сразу же. Абсолютно молодец, правильно делаешь, умничка. Он говорит, ты живешь, это знаешь, дома управительница, что ли. У нее и торгуешь и такими пирожками. Ну как работаешь и там же и живешь, да? Да, и дом вот рядом, он говорит, вот показывает пальцем прямо за палаткой дом. Дом двухэтажный. Двухэтажный такой, знаешь, как первый этаж, да, и потом такой свод идет, вот, заостренный. Очень хорошо. Он говорит, что родители погибли на коне почему-то. На чем? На коне. На коне? И, да, он мне прям что-то так, знаешь, такая картинка пришла, что лошади, да, и возле леса. Возле леса, что вот там где-то они погибли. Оба лошадь, сразу? Да, то, что лошадь как-то рванула. И вот и они у тебя прям вот знаешь такое вот как бревно даже лежит, да, вот что обыто бревно. Мне прям картинку показали. Очень хорошо. А когда, сколько тебе лет там было? Лучше коричневого, а я маленькая, 5 лет мне.
Ой, я кричу. И в платьишке, знаешь, в таком светленьком, и такой медальончик какой-то маленький на шее. И светленькие, и вот это, и волосы такие вот, ну как хвостик сделали, да, что ли, с бантом. А платье такое пышное, ну как маленький, да, там где-то одевают такие вот пышные платья. Вот такое. То есть я кричу, меня кто-то держит. Я, знаешь, как сзади, как будто держит, чтобы я туда не бежала. А вот эта женщина, с которой я сейчас, ну вот, которая вот из того дома, это она. А сейчас усадьбу показывают. Так. То есть позади меня, я маленькая, мне вот 5 лет, да, вот это. Я смотрю в лес, и там вот эта вот лошадь коричневая, лошадь белая. Это бревно, да, и меня туда не пускают, и где-то меня держит. Ну, как лежала, да, как бы она стоит и одной рукой меня удерживает. Сзади усадьба. А скажи, родители, да, богатые были люди или как? Обеспеченные, да. А это их. Это их усадьба. Ну, какая-то, знаешь, такой вот дом, он, не сказать, что он там не дворец какой-то, нет. А вот как усадьба, да, огорожена, ну, таким деревянным забором, деревянный, поперечными, вот так две доски просто поперечные. Очень хорошо. То есть и поле зеленое, да. А братья и сестры есть у тебя? Нет, она говорит, я одна. Так, они умерли, и с кем ты осталась, получается? И она меня к себе взяла. А кто она тебе? Она говорит, я у них всю жизнь работала. Ты мне как дочь. То есть она как какая-то экономка вела хозяйство. Да, да, да. Ну вот, вот, да, экономка. Вот такое. Да. То есть она добро к тебе, по-доброму относится, все хорошо, да? Да, она хорошо. Она говорит, я их любила очень. Почему-то 20 лет показывает, 20 лет. Или работала у них 20 лет. И так. Она говорит, я их родителей еще знала. Очень хорошо, замечательно. Получается, ты осталась одна с этой экономкой вот в этой усадьбе, или кто-то еще там есть? В усадьбе нет, только они, да, а вот этот дедушка, он как будто, вы знаешь, как, вот отца, отца, да, но он почему-то живет вот в этой библиотеке. А почему, да, кстати, может, у него спросить, почему он не живет с тобой это? Он говорит, мне присматривать нужно за всем этим богатством. Это его библиотека. Так. Это вообще его дом и его библиотека. В принципе, ты в надежных руках, он спокоен, да? Да, он говорит, женщина должна женщину воспитывать. Тебе что-то, наверное, другое дает? Что тебе со старым со мной делать? Он тебе что-то другое скорее дает, да? Он мне истории рассказывает. Ну, сейчас картинку, да, вот такая, что я сижу у него вот в этой библиотеке, опять же, маленькая, да, 5 лет. Ну, примерно, вот такая маленькая, да. Вот наверху, внизу гостиница, там, знаешь, как будто гости какие-то, гости. Вот такие все в красивых платьях, знаешь, как прием какой-то. А он какой-то известный, кстати, по ощущениям человека. Вот в этом городе, да, то есть он не то, что известный, его уважают. Какой-то добрый. А зачем к нему приходят вот в гости, я не знаю, там люди, ты говоришь, там... А это вот он мне показал картинку, когда с родителями, да, и что был какой-то прием, вот этот, родители были. Двоих он показывает, одна в белом, да, одна как, ну, и как папа, наверное, да, но не их показывает. А я поднималась к нему наверх, вот в эту комнату, и он мне рассказывал всякие истории. Я у него на коленках сидела, то есть он мне вот этот момент показал. Отлично, очень хорошо.
Ну, как сказки, да, мне нравится, я его обнимаю. И свет очень яркий. Так, очень хорошо, замечательно. Мне с ним хорошо. Здорово. Что вам еще хочется друг другу рассказать, может быть, что-то показать? Да мне книгу дает. Книгу? Очень хорошо. Переплюйте в таком старинном книге. Будет это тебе подарок. Здорово. А что там? И ты потом сама все поймешь. Ну это что это нужно? Все равно как бы такой маленький намек-то пусть даст. Для чего? Говорит, тебе надо ее прочитать. Это она тебе счастье принесет. Ух ты. Вот так, да, он мне подарил, да, я открыла вот эту первую страницу, он говорит, ну, что она тебе принесет счастье. Вот эта книга. А счастье в чем? Ну. Ой, говорит, какая ты любопытная. Ну да. Он смеется так подмигивает, говорит, какая ты любопытная. Конечно. Хочется же про счастье побольше узнать. Говорит, в семье счастье. Ой, как хорошо. Мудрость там в книге. Ага, мудрость для счастья в семье. Счастье там, да, вот так, скорее всего. Он говорит, ну, это в семье счастье и мудрость там в книге. Все, говорит, больше ничего тебе не скажу. Как ты хитрый. Ну, ладно. Ну, меня так, знаешь, как по плечу такой, как слегка там, ты подтолкнул, говорит, я тебе очень интересно. Да поблагодари, поблагодари от всей души, от всего сердца. Он говорит, тебе пора уже. Так, хорошо, хорошо. Пусть она путствие тебе даст в эту жизнь, что тебе какое-то вот важное и нужное, чтобы вот как мудрый, как любящий человек, он тебе дал самое что-то важное, может быть, одной фразой или как-то. Слушай своим сердцем. Вокруг неважно. Это фраза, да, которая вокруг неважно. Внутри он такой кулаком себя в грудь, вот, знаешь, как стучит, и важно, что здесь. Угу. Тебе этого всего хватит. Угу. Для всего хватит. Хватит на себя, на людей хватит. И так тебя в грудь, ну, как бы, да, не сильно стучит, но такой. Угу. Детей это понятен смысл? Ну, пока, знаешь, не совсем. Угу. Ну, как бы, скажи, да, как понять? Говорит, всему свое время. Тебе чуть-чуть осталось. Очень хорошо. А теперь иди. Меня толкает. Хорошо, все, идем. Сейчас, ну, тогда иди так туда, где ты должна быть на данный момент. Может быть, я не знаю, посмотреть как бы всю свою жизнь, да. Или пусть, может быть, возможно, кто-то появится, кто ответит на твои вопросы. Или по ощущениям, может быть, пойти в тонкий мир. Сейчас, вот не знаю, тоже слушаем свою душу, идем туда, куда тебе поведут. Наша задача получить ответы на почти поставленные вопросы. Может быть, нам покажут место этого, может быть, человека нам дадут или душу чью-то. Иди, не бойся. Иди, не бойся. Это вот дедушка сюда. Это он мне, да, вот он дверь закрывается. Ну, иди, не бойся. Угу. Поросенок сидит, ждет. Какой молодец, погладь его там. Какой умница. Какие ученые бывают. А я сухарики дала. Ай, как хорошо. Сухарики оттуда.
Хрустит? Ну, понюхал, понюхал, да, сейчас вот два сухарика, такие ржаные. Обратно, не обратно повел. Да, пусть идет туда. Обратно, ага, по коридору, то есть мимо окна, вот этого чеснова. Лестница. Сейчас у меня жар по всему телу. Так, что бы это значило? Я вот когда, знаешь, спустилась с лестницы, да, у меня так тепло по всему телу пошло, резкий поток. Очень хорошо, что-то канал какой-то открылся. Энергия пошла, это очень хорошо. Очень сильно такой, знаешь, волнами накрывает. Энергии, и мы к выходу пошли. Вышли на улицу. И на улице светло солнце. Корзина стоит, корзину берем. Отлично. И он побежал, то есть, ну, вперед, да, он у меня опять вот так бежит по дорожке, да, но сейчас вот вокруг, знаешь, люди, а такие в деревянной обуви. Ага. Платья такие, с фартуками. Это отлично, отлично, потом в интернете посмотришь. Улыбаются. Тебя знают? Приветствую. Музыка звучит. Какая? Это что? Ой, я не передам, какая музыка. Классно. А музыка. Она такая веселая, знаешь, как, не знаю. То есть в городе праздник или это у них каждый день? Нет, а там просто как торговая площадь такая, там вот эта музыка. Да, бодрящая такая. И все, мы пошли, мы с ним озаряемся, с поросенком. Я смотрю, мне нравится. Там аккуратно и чисто. Дура. Прилавки. Лошадь с телегой, с соломой, с хлебом. Дура. Мы к лавке подошли, вот к этой белой. Аптека, да, вот аптека и вот эта лавка, там, где туда мне надо встать. Встань. А поросенок, да, он забежал, такой, знаешь, как под прилавок. Землю роют сейчас. Точно. Землю роют. Под прилавком? Под прилавком, да. Интересно. Пятачком. Что-то надо ему там. Что ему там надо? Слушай, а там медальончик. Это я наклонилась, там цепочка такая, и вот как сказать-то, вот цепочка, да, и вот квадратненький, там фотография. Это тот медальон, который ты, когда маленькая была, ты говорила, какой-то медальончик? Да. Там фотография мамы. Там женщина в шляпе белой. То есть ты лицо можешь ее прям вот да. Рассмотреть хорошо, чтобы запомнить. Да, да, да. Там вот белая шляпа, да, ну такая с цветком с каким-то, знаешь, такой с атласной лентой. Очень, очень хрупкая такая женщина. Добрый взгляд. Плечи ровные, осанка такая, да, ну как маленькая фотография, как по пояс такая. Ага. То есть по грудь даже, не по пояс, а по грудь. Ну, как амулет мой. Супер. Поросенок какой, смотрим, молодец. Так. Я просто в руку взяла, мне не надо его на шею одевать. Да просто надо, вот знаешь, как кулак, да, зажала. А на шею не одела. Теперь белую скатерть
селю. Не спроси, у тебя платок вот этот белый, в корзину. Пирожки надо выложить. А я здесь кого-то жду. Да, хорошо. То есть у меня, смотри, какая мысль, да, первая, что мне нужно вот эти пирожки я разложила, да. Я жду как будто своего вот молодого человека, да. Отлично. Что он должен подойти. То есть это, знаешь, как какой-то условный знак. А-а-а, ну как? Вот это вот белая скатерть, разложенная в ряд, три ряда, да, 3-4 ряда. Пирожки как квадратный, да, ряд такой. Я его жду. У меня почему-то идет, знаешь, предатель. Ага, то есть ты думаешь, то есть он не идет и он предатель? Нет, то есть он идет ко мне, да, я понимаю, что я его жду, а у меня мысль в голове, что он что предатель. Ага, ага. Я очень на него злая. Так. За что? Не пойму пока. Почему-то вот, ну, ощущение, да, вот этой вот злости сильной. Злости и обиды. Ну, что-то он не выполнил, что обещал?